Ви дивитесь «Герої та коханці». Шоу, в якому справжні почуття накриють вас потужною хвилею. П'ятірка відчайдушних чоловіків продовжують запеклу боротьбу за серце Аліни Островської. Ніколи не трогай мою жінку. Вона відверта та щира, з простою мрією – знайти своє щастя. Мені потрібно це чувство, і тому що я тоді хочу працювати, я хочу писати. Мені навіть їда вкусніє, коли я люблю. Мені все краще. Лише один зможе огорнути її своїм коханням. Мені здається, влюбився. Я би хотів всю життя прожити в такому стані. По-моєму, це любов. У попередній серії Роман розчулив дівчину та налякав її своєю відвертістю. Я тебе поцілую в щечку. Тільки в щечку. Я боюсь каких-то вот чувств таких, которые меня открывают. Аліна не повірила у щирість Арсена і дала йому гарбуза. І повірте мені, однажды камера будет снимать мою с ней свадьбу. Ты переезжаешь на корабль, и вы будете жить в равных условиях. Я буду печалиться по тебе. Мне будет очень одиноко. Но я надеюсь, что наконец-то вы сможете узнать друг друга поближе. Конечно, любое решение, которое я принимаю, оно самое правильное, потому что иначе я не могла бы поступить именно в это мгновение. Она давно хотела с ними быть больше, ближе, узнавать их, встречаться, говорить доброе утро, готовить вместе еду, покупать какие-то вещи. Не знаю, просто баловаться, купаться. И, ну, мне кажется, что настал момент, когда уже можно доверить ее в их мужественные и ответственные объятия. Теперь я буду им готовить? Или они мне? Класс! Мы не на корабль! Я буду смотреть на звезды. Я волнуюсь немножко. Я сначала обрадовалась этой новостью безумно. А потом я подумала о том, а где я буду спать, а где я буду принимать душ, а где я буду есть, а где будут лежать мои вещи, и где и много-много-много вопросов. Сегодня как бы та, за которую идет борьба, та, которая нравится всем, Алина, должна прийти на корабль. Я думаю, Алина выдержит один или два дня. Максимум двое суток. Здесь ей сладко не придется. Ну, будь я девушка, я бы здесь не остался. Она любит чай, надо найти чай. Там есть сладости, печенье. Быстрее! Йогурты, пошли йогурты. С Олегом быстренько дернули и побежали. Насобирали очень красивых цветов. И мы прибежали с этим чудесным букетом. А вон уже идет Алина. Сначала заходит, парни, два человека идут туда, потому что один помогает вести Алину, второй подхватывает чемоданы, а мы уже дальше здесь встречаем, там цветы дарим, свободные руки и так далее. Смешно, когда человек сидит и говорит, слушайте, Алина зайдет, а кто ей руку подаст? Ну, я об этом в жизни не думал. Если я увижу женщину, которая идет на каблуках, на большой шпильке, ей сложно, я ее на руки возьму. Да давай уже вперед, вон она идет. Герц, выбрось ты свой персик. Никто не идет. Вон Алина идет. Вы что, тупите? Выбрось персик свой. За борт. Платится. Мы думали, что у тебя будет все намного больше. Или надо? О, там все необходимо. Сколько купальников взял? Ну, это покажу. А лучше я расскажу. Это будет гарно. Ух ты, так необычно. Я была в очень праздничном настроении, как будто вот в ожидании чуда. Не знала я, куда я попаду совсем, потому что ожидание – это одно, то, что было – это все другое. По мостику аккуратно, потому что он такой живой немножко.
держаться за все, что попадается под руки. Герус попался. Та-да-дам, та-та-та-дам. Я прям из рук в руки, из рук в руки. Та-да-дам. Все продумано. Все, принимаем свои чемоданы. Спускайся. Спускаемся, спускаемся. Ах, как же круто, ты к нам переехала. Ну, я предполагал, что приезд Алины именно будет именно таким, именно вот таким дамско-угодническим. У нас для тебя приготовлен сюрприз. И это не просто сюрприз, это испытание. Они, для меня? Они, так как ты вступила ногой на наш корабль, а на нашем корабле есть свои правила. Що може чоловіче життя принести файна жона? Це натхнення, це ж муза, це берегиня. Я, Аліна Островська, ступаючи ногою на корабель героїв та коханців, клянуся дотримуватися і виконувати наступне єдине головне правило. Обіцяю приносити гармонію, щастя і радість життя команди. А де? А де Антон? А вночі яскравою зіркою. Де Антон спрятався? Тоша? Мне неприятно смотреть на то, как куча клоунов извиваются вокруг девушки, которая мне нравится. Что это такое? Все готовы петь? Петь? Давайте. Пить, пить, пить. Пять человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо. Ты бутылка рома. Пей! Пей! Дьявол тебя доведет до конца. Ребята! И бутылка рома. Это вы нормальные люди. Как может девушка встречать сразу хочешь, со стаканом алкоголя? Ты не хочешь вот это сделать для нас? Они же встречают не мужчину на этом корабле все-таки, да? Не брательника своего, который: «Ау, привет, мы теперь будем жить тут вместе уже, давай ромчика бахнем». Ну, если как бы рассматривать это как традицию, то, может быть, можно было бы мне и пригубить, но я не хотела это делать. Она имела право отказаться. Она это и сделала. Ну, с переездом. Антон не пьет. Так я тоже не пью. Ну, видишь, тебя заставляют, ты идешь на поводу. Чего я иду на поводу? Я не пью себя. Ты можешь просто пробовать и просто поставить. Можно намочить губы и все. З'являється Ліна, з'являється от напруга. Відчуття таке неспокою, боротьби такої люті. Ну, от. Каждый сейчас хочет себя немножко показать, чтобы его услышали. А потом это как крещение, писать, да. О, мне казалось, что я такая храбрая девчонка, и, в принципе, прыгнуть мне нечего делать с корабля. А потом, когда я залезла уже и начала пробовать это делать, это действительно страшно очень. Поверь, мы, если что, мы тебя спасем. Здесь очень много спасателей. Класс! Не, она хорошо зашла. Учитесь, сынки! Браво! Ты прошла все наши испытания. Ты обошла всех нас. Ну, круто, я люблю такое. Я люблю немножко пощекотать свои нервишки. Мне нравится. Какая ты красивая. Класс. Каждый пытается там, мне подать ручку, что-то там как-то помочь. Я предлагаю одеться, чтобы ты не сгорела. Мне кажется, не сгораю. Ну, спасибо. Ребята, конечно, суетились вокруг меня. Но все началось вот даже с первых шагов мы на корабле, с недовольства Антона всем. Ты к нам не присоединишься? Я понаблюдаю со стороны. Мы больше не будем общаться с тобой на этом? Я с тобой хочу общаться всю жизнь. А вот... Ну извини, пока мы здесь, придется с тобой общаться точно не хочу. Так что чего ты начинаешь, чего ты задираешься? Я не могу как понять. Можно жить с таким человеком? Я не задираюсь. Ну чего ты? Я не задираюсь, Алина. Я просто говорю то, что думаю. То, что я делаю, это сущая мелочь по сравнению с тем дискомфортом, который вызывают эти кадры в моей жизни по отношению к Алине. Ну, говорит себе человек, ну, говорит. Все знают, Шонтон и Антон. Так вот, я считаю, человек всегда остается на высоте, если у него есть и субординация, и понимание. Ты пошел, общаешься, ты общаешься. Я не собираюсь в обществе долбоебов молчать. Я буду говорить то, что я думаю. В обществе красивых дам я буду вежливо общаться и находить нужные слова. В этом-то и весь прикол. Не надо играть кого-то. Будь самим собой. На самом деле, это так скучно, как они ссорятся все. Ты такой же. Я не такой же. Я не такой. Я не такой. Но я не такой, Именно я не такой. Ерус клоун, блядь, на палочке. Я заметил просто, когда начинается ссора, нужно просто уходить от нее. Я ушла. Я, может, с тобой уйду? Я вернулась. Я не могу молчать уже больше, потому что я вижу клоунов, которые постоянно много говорят мне о чем, и мне это надоело. Я... Может, пойдем отсюда?
В смысле, вообще ну, отсюда? Готовить. Потому что это же самое основное. Какой-то милый момент. И мы все, я так понимаю, идем готовить, да? Постригся сегодня. Да, да. Идем. Накорми Генуса, в конце концов. Тихо, дайте мне не рвать на куски, я вас прошу. Хорошо? Я сошью. Ну, пойдем все вместе, что ли? Конечно же, ребята, пойдемте все вместе. Он говорит, ну пошли вдвоем готовить. И вообще, что больше никого здесь нету на этом корабле. Я вижу, как все напряжены, но они держатся, они терпят все его выходки. Ради меня, ну, я это уважаю. Спасибо им за это, что они так себя проявляют мудро со своей стороны. То, что не на все провокации выведут. Конечно, они отвечают, там словесно у них пинг-понг присутствует, но молодцы. Созлить всех. Мне хочется, чтобы это было... Мы договорились, типа, мы вдвоем готовим, ребята там... Вдвоем? Мы договорились, по-моему. Ну, да, я тебе сказала, что вдвоем было бы неплохо. Я не хочу идти на кухню впятером для того, чтобы резать лучок, когда это должен сделать один человек. Я предложил Алине, сказал, давай, может, мы с тобой быстренько что-нибудь приготовим вдвоем, а ребята подождут и покушают. Я показал бы, как это должно происходить на самом деле. Или... Антон, а? Сейчас будет такой конфликт. Ах, что, слушай, я должен уйти, либо остаться. Или, чего? Или, а что ты можешь? Взять энергию воды и через себя пропустить. Ну, обними меня, тогда мне будет легче. Он хочет меня вот одну отделять, забирать и общаться со мной. Его раздражает все вокруг. И в чем-то вот вижу схожесть со своим папой. Потому что у меня папа очень такой собственник, ревнивый человек. И он, я даже не знаю. У нас есть какой-то план действий? Я просто не пойму. Лена, теперь... потому что мы хотим... Ну, терляйся. Там залез к Алине, что-то как-то отобрал ее снова, забрал разговоры и так далее. Ну, такой гидотный. Иди делай, что хочешь. Я пошел поиграю на гитаре, я думаю, ты классно проведешь время. Ну, ты зря так себя ведешь. Зря, ну, правда, зря. Ну, зачем? Ну, Алина, ты... Что зря? Здесь клоуны собраны. Мне обидно, вот у меня уже не хватает сил молчать. Я либо буду говорить то, что думаю, либо уйду отсюда, хотя такого не будет. Это продемонстрирует мою слабость. Я здесь до самого конца и готов биться головой об стенку для того, чтобы забрать Алинку с собой. Вот и все. А пусть он там говорит, что, блин, все уроды и придурки. Я считаю, что это точно ему плюсика не будет за это. У меня действительно есть симпатия к Антону. Что-то вот меня к нему вот... Ну, держит меня как-то. Но при этом меня очень много моментов отталкивает, раздражает. Я не глупая, я много всего вижу. Не могу разобраться в этой страсти. Где она начинается и заканчивается. Ты подглядываешь. Да. Как тебе моя каюта? Очень чистая. Чисто? Это Коля Паганини. Точно? Да. Ну, как тебе это все вообще? Ну, все хорошо, просто ты... Ну, я понимаю, что ты говоришь то, что чувствуешь, и видишь, как ты все по-своему. Понимаешь, знаешь, мне неприятно смотреть на это все. Честно. Но это ревность. Это самая настоящая ревность, и мне неприятно. Но у них же тоже она есть, но они как бы сдерживают это все, да? Мне кажется, у них не ревность. Самое настоящее лицемерие. Я не говорю, что все лживые и корыстные. Я говорю, что все актеры. Ну, ревность детская. Вот когда мама тому дает конфету, а тебе не дает, и хочется кинуть лопаткой в того ребенка за то, что ну, тебе просто вне очереди не дали эту конфету, как ему. Что-то так жарко. Может, пойдем отсюда? Да, хотя бы. Многие удивляются моим настроением. Иногда оно бывает вспыльчиво, иногда оно спокойно. Ну, такой я человек. В зависимости от окружающей среды я могу себя вести по-разному, но при этом я остаюсь всегда с самим собой. Я всегда в трезвом рассудке и в здравом уме. Если мы сможем провести с тобой классное время, будет клево. Антоша. Иди к друзьям. Они тебя офигенно развлекут.
А развлеки ты меня. Не здесь. Давай вечером я тебя развлеку. Когда находишься к человеку вообще нос к носу, ты видишь намного больше, чем когда ты на расстоянии, и у тебя есть возможность что-то додумать, что-то приукрасить. Ну, я так делала. И у меня есть такое качество, что я приукрашаю людей, идеализирую их. Ты решила в одиночку перебороть свой страх? От приезда Лины только положительно. Я не могу наперед сказать, понравится мне Алине в бытовой жизни или нет. Поэтому она и здесь, чтобы мы узнали лучше друг друга. Ты рад, что я сейчас здесь с вами буду жить? Конечно, рад. Рад? Поговори, тебя никто не будет слушать. Очень хотелось послушать. О чем поговорим? А мне кажется, что ты врешь. Да, я постоянно вру. Каждой буквой. Смотрю на тебя, вот мне не верится. Я вообще никогда не меняю свое поведение, неважно, где я нахожусь. Это перед камерой на свидании, или я дома, или я с друзьями. Почему? Хочешь, тебе расскажу потом. Я хочу сейчас. Но я хочу послушать, чтобы зачем убедиться. Зачем потом за глаза с человеком говорить? Зачем? Я не глаза. И у меня все бурлило внутри, хотя я по жизни всегда спокойный. Но я знаю, иногда я говорю очень резкие вещи, и эти вещи бывают вот зачастую очень правдивые, очень тонкие. И они режут, как нож по сердцу. Но, к сожалению, извините, я такой человек, я люблю правду в жизни. Я просто, если ты собираешься доводить это... Не, я пошел послушать просто, как он врет сладко. Ну почему врет? Но мы говорим на разные темы. Я так чувствую. Это твое право, ты... Согласен, это мое право. Продолжай, давай. В смысле? Что продолжай? Пусть говорит, Зиналина, я же все это... Хочу послушать. Ну, Олег, он, я видела, что ему было тяжело, что уже глаза наливались кровью. Он его уже долбал со всех сторон. Антон и с этой. Но он терпел. Ну, то есть это уважение ко мне в первую очередь, к себе и ко мне. То, что он не отвечал на провокации человека и вел себя достойно. Мне это понравилось. И... Получается, человеку нечем выделиться, только у него получается что-то, какой-то негатив. Давай, продолжай. Я не пойму, мы здесь для тебя пришли развлекать здесь тебя. Антон, сам того не понимая, продемонстрировал хорошие стороны ребят, а не свои. Я видела, как ребята сдерживались, особенно Олег. Так некрасиво делать. Ну что здесь продолжает? Ну, вот если бы мы с тобой стояли, так разговаривали, да? Олег бы пришел, ну, сказал, продолжаю. Что бы ты с врачами выгнал бы за 5 секунд. То есть, ну... Ну, как-то так. А тебе важно, как сейчас чувствуется Алина? Или тебе только важно себя? Мне здесь? Очень важно, поэтому я здесь. Ну, тогда, значит, ты не чувствуешь... Я чувствую даже больше, чем ты. Чего ты провоцируешь? Не знаю, приятно ли Алине, неприятно. Я об этом не думаю. Алина не глупая девочка, она все прекрасно понимает. И придет момент, когда... И это все надоест. Тебе приятно такие мужчины? Я вижу в нем интересно. Да? А что ты увидела? Расскажи мне. Честно, интересно. Мне нравится, когда у нас сейчас есть семья, мне нравится его воспитание. Буду щемить до конца проекта. Ты просто нарвешься на то, что у вас будет драка. С удовольствием, мечтаю. Зачем? Что значит с удовольствием? Тебе лишь бы подраться или что? Нет, это не коллектив. А что это такое? Они приспособились, понимаешь? Ну, это не приспособленцы, это им подходит слово, мне кажется. Это именно такие, знаешь, Макаревич пел, не стоит проебаться, а вот они, по-моему, прогнулись, им это нравится. Главное, чтобы королева улыбнулась. Знаешь, я что-то вот все меньше и меньше улыбаюсь рядом с тобой. Ну, наверное. Это печально. Это печально. Я хочу. Ну, так сделай, пожалуйста, не надо этих разговоров. Они меня очень угнетают. Мы постоянно вот разбираем всех, но мы не при этом не развиваем наше с тобой общение. Мы обсуждаем всех, какие все плохие вокруг, какой ты замечательный. Нет, ты. И при этом, Аня, мы с тобой все, вот стоим, все, на одной нет, точке. Все, мы закрыли этот разговор. Я сказал все, что хотел. В этом отношении все. Извини, просто я хотел это сказать. Я тебе это говорил и там, и здесь. И больше говорить тебе не буду. Просто я сказал все. Ты осуждаешь все действия других. Так же не может быть все время. Может быть. Ну как можно так не уважать все вокруг? Слушай, я невозможно, я, так, понимаешь, ты извини, вот пожалуйста. Ты вот черней черноты, знаешь. Спасибо. Это знаешь, для тебя комплимент. Я хотел...